Сегодня 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года куйбышевская газета «Волжская коммуна», успев переписать уже готовый номер, сообщила читателям: «Город ликует». В тихий предрассветный час Левитан торжественно и взволнованно сообщил миру о победе. И мгновенно Куйбышев проснулся, ожил. Люди выбегали на улицы, обнимались, целовались, плакали и смеялись от счастья. На улицах праздник, у репродукторов настоящие митинги. Не смолкает громкое «Ура!». Вклад жителей Куйбышевской области в Великую Победу невозможно переоценить. С первых дней войны тысячи добровольцев записывались на фронт. А те, кто остались дома, стали по-настоящему мощным тылом. Без сна и отдыха работали на победу. Каждый день на фронт отправляли продовольствие, технику, вооружение и одежду. Праздничный митинг в тот день прошел и на Куйбышевском заводе номер 454. Рабочие высказались о готовности трудиться ради восстановления народного хозяйства так же упорно, как и для победы над врагом. А все суда, находившиеся 9 мая 1945 года на Куйбышевском рейде, одновременно дали 5-минутный салют торжественными гудками. В народном календаре 9 мая – день Глафиры Горошницы. На Руси в это время было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали на хороший урожай. На обед готовили блюда из гороха. Наибольшей популярностью пользовался гороховый суп с мясом и гороховая каша. Это все, что мы успели вам рассказать о 9 дне мая. С праздником Великой Победы вас! Мира, добра и здоровья!